Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И в этом видео мы поговорим о том, почему Роскомнадзор заблокировал брокера Quotex и как входить на сайт брокера даже после очередной блокировки. Начиная с апреля 2021 года, Роскомнадзор начал блокировать домены брокера Quotex, и трейдеры из России не могли получить доступ к сайту. Интернет-провайдеры ограничили доступ к основному домену брокера, а также к приложениям на Android и iOS. Первый официальный домен, который использовался брокером, вы видите сейчас на экране. Он и сейчас является рабочим и официальным в других странах, кроме России. Блокировки сайтов в России Роскомнадзором коснулись и массу других топ-брокеров бинарных опционов. Причина блокировки – отсутствие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление брокерской деятельности в России. У Quotex на данный момент есть только лицензия от регулятора ЦРОФР. Всех брокеров с лицензией от Центрального банка России можно найти на их официальном сайте в реестре рынка ценных бумаг. Но скажем сразу, что там вы не найдете ни одного брокера, предоставляющего торговлю именно бинарными опционами, так как понятие бинарных опционов в России считается мошенническим ввиду их сверхдоходности и зачастую мошеннической деятельностью со стороны черных брокеров-мошенников. Поэтому даже честные брокеры прибегают к уловкам и меняют, к примеру, название с бинарных опционов на Fix Contracts или Digital опционы, что по сути одно и то же. После такой блокировки домена Quotex многие трейдеры в интернете стали активно обсуждать тему того, что Quotex мошенники, и писать отзывы о том, что брокер Quotex закрылся и вывести свои деньги уже не удастся. Но так ли это? Как мы уже сказали ранее, причина блокировки доменов – это отсутствие лицензии Центрального банка России, которая является обязательной с 2019 года на основании законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон о рынке ценных бумаг и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Но такую лицензию брокеру бинарных опционов получить просто нереально. И несмотря на блокировку домена Quotex Роскомнадзором в России, брокер не является мошенником. Так как блокировка происходит уже не первый раз и не с одним брокером, то таких же действий стоит ожидать и далее. Поэтому если в какой-то день вы не сможете войти на платформу Quotex, то прежде всего стоит узнать, не поменялся ли домен. Если вы хотите всегда получать только рабочие ссылки на сайт брокера, даже после блокировки, то найти их можно в специальной статье на нашем сайте, а также в разделе брокера Quotex в любой из статей. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!